команда сделала очень сильный прогресс. Надеюсь, что второй круг будет без поражений. Мы отправились на тренировку к нашим игрокам, чтобы узнать, как парни ведут подготовку ко второму кругу чемпионата, готовы ли отправиться в бой. Комментарии от Эльнуры Исламова и Сергея Лавора, а также атмосфера с тренировочного процесса в нашем выпуске «Столица Ньюс». На данный момент ко второму кругу подходим, наверное, на процентов 80. Есть над чем работать, устраняем минусы. И надеюсь, что второй круг будет без поражений. Работаем в штатном режиме, нагрузок, наверное, сильных нету. Тренируемся, как и всегда. Проходим, как бы, устраняем минусы. Все то, что у нас были в первом круге, все ошибки. И ко второму кругу подойдем, чувствую, в идеальном сочетании. И будем биться каждую игру. В принципе, нагрузка такая же. Ну, это же у каждого тренера индивидуально. У нас интересные упражнения все. Ну, тренер разнообразный, все разнообразие дает. Очень много что нового появляется. Поэтому тренировки хорошие, нагрузки адекватные. Все, в принципе, прям как надо. Ну, ожиданий насчет уровня игры вообще никаких не было. Ну, я, в принципе, понимал, я играл против столицы пару раз белорусских команд и понимал, что как уровень хороший, добротный. Ну, просто, естественно, вот верхушка турнира таблицы, она как бы хорошего уровня. А другие команды, как бы, они полупрофессиональные, наверное. Поэтому не такие более, как другие коллективы, не такие более, ну, не знаю, квалифицированные, наверное, по сравнению с верхней частью турнирной таблицы. Поэтому такой разрыв и в играх бывает, ну, разница большая, и турнирные таблицы, очки тоже разнятся сильно. Прям. Ну, конечно, готовы, если сравнивать вообще то, что в начале было. Команда сделала очень сильный прогресс. Прям, я думаю, это все видят. И мы, плюс еще мы не останавливаемся, мы дальше растем. Я думаю, что очень хорошие перспективы у этого коллектива нашего. Только надо работать и выполнять. Все. Стараться. И все получится.